Попытка номер три. Открыть портал, который исчезает перед носом. В этот раз я не стал переключаться на сабхила. Попробуем ML-ом пройти. Не знаю, что получится. На тестах мне не сильно нравилось. Он не добегает до мобов. Посмотрим. Хочется все-таки сходить. Хочется сходить, открыв, а не заплатив. Хотя уже, в принципе, ивентовые провизии можно на портал тратить, как самое полезное, что там есть, ценное. Но дороговато получается, 200. Два раза победить в день надо, чтобы в портал зайти. Попробуем сейчас на лишнике, что он может. Так, хочу войти, хочу, да, готов. Не очень, правда, но попробуем. Так, бегим. Им бафаться надо. Во-первых, надо охоту съесть. Вага. Бам, бам, бам. Отвага, так, у нас 45 секунд, да. Так, охота надо бы, наверное. Так, это третий вроде, да? До мужика отбежали. Так, баблосики. Урон по монстрам. Так, максимум. Сейчас, так, баф 7. Бам, есть, это есть, это есть. Так, эти штуки 3, наверное, есть. Хорошо, отлично. Вроде как готовы. Ой, я и Саню взял. Ну, сейчас с собой, блядь, с собой носить сатири надо. Так, гайд. Гайд положили, наверное, станы надо поставить. Хотя у меня так станы. Черт, не знаю, что поставить. Да, ну, так, секунду мне. Посмотрим, что мы моем. Что мы моем? Блин, бегает, он, конечно, капец как медленно. Вообще не знаю, как. Че, как. А, во как, понял. Понял. Next target. Мопс тут, не все равно понадобится. Так, куда? А как мне вас догнать, господа? Хорошие. Красивые вы мои. Отключить эффекты. Ну, в общем, как-то да, вот здесь прям в начале. Слушайте, как хорошо разносит. На силу не знаю, как хорошо будет. А можно догнать тебя, как я? Один. Первая волна никто не прошел. Это прям. Красавец. Так. А, по две башни, по-моему, да, у нас соло строится. 70, да. Дамажит вообще жестко, да, может. Все равно не успеем себя построить. Так, здравствуйте. Но, блин, какой дамаг. А, в принципе, то у меня... А, догнать? Так, ничего, догнать можно? А, я состав. Вообще, походу, учитывая, что у меня одни станы на персонаже, да, на классе. Там башни нахер не всрали здесь. Вот такой класс. Ну, это предположение, гипотеза. Вообще, блин, я тут хилом пыхчу, а тут вообще такой... Даже догоняю каким-то раком. Понятным. Я раком догоняю. Так, что-то. Так. Блин, а что я тут похотел хилом-то, а? Ну что, как же сабы есть в игре. Очень вообще мне нравится.
заставила КП сесть на класс, который говно, садишься потом на класс нормальный и фармишь. Красота. Так и должно быть. Вот челик, наверное, нет. Что вы такое, и кузнечики? Вы что такое? Вы что такое? Так, я не понял, ты вообще кто такой? Так. Стоять. Уже что-то. Уже мне не очень нравится, что происходит. Блин, а вот орковский, конечно. Это... Может, мне вообще первый уровень тут подстроить? Когда двигательные способности. У меня там много целей попадают. Но уже толку с этого очень мало. Уже все, весь кайф закончился. Стоп, они, получается, замедляются. Там замедло надо. Надо вот устроить. Не застревать. О, как по большому. Да, мне надо замедля. Максимально делать. Вода пока не очень актуальна. Ой, что с тобой, почему тут? Не, нормально. Нормально. Чё-то соски тащит. Да, вот, да, комплекс вот этот, который я строю, не помогает. Отлично. Времени не хватает. Контентик. Я же могу вперед прыгнуть. Это не могу, да? Это могу. Так, давай-ка на все. Щик-щирик. Щир-чик-чик. А я что, не останетесь? А где насоска? Куда она? Какие? Соска, куда вы катились? Соска. Так. На. Так приятненько. Вот. Бежа на урон. Перс на ПВЕ. Хил. Говорят, хорошо фармить, но фармят хила тоже хорошо, поэтому лучше играть за то, что фармит и людей, и мобов. Если бы, конечно, боевая стойка у хила снималась бы, тогда бы и хил бы нормально мобов фармил. Потому что ты в боевой стойке фармишь мобов, на тебя нападают, и все. И ГГ. Ты же ее снять не можешь, особенно если ты ее включил только что. И обхилиться ты особо не можешь. Так, привет. Блю, много времени потеряно. Вроде там справляются, но плохо. Где-то надо воткнуть, наверное, придется. Ой, 70 плюс. Я бы сходил, но уже не стоит. Здрасте. На, типа вам. Чирик, чирик, чирик. Ну как же снайпером халявно было? Я вообще там не парился. Можно было даже башню не строить. Минимум подрывником. ЗБТ. ЗБТ точнее.
Надеюсь, я также легко буду. Так, способ разносить. 5, 6, 17. Надо начать. Или. Еще башни ставить. Секунд. Не успею. Папа. Это. Здорово. На, не станемся, да? Так. Скорее урона, да? Нас вроде как ускоряет. А чё это такое? Куда это мы так валили? Я не понял, это что за такое пробежка такая. Мы куда так спешим, господа? Ничего, борзели? Это прючься. Я вам что, разрешал? Пойдем. Зайдем с тычком. Понял я. О, а мне там еще хоть что-нибудь есть? Что-нибудь есть? Жестко. Зато здесь построим. А можно вот как-то у господина убрать? Так, как тут это вообще должно быть? На секунду. Нет, о чем это? Да. Ну ладно, все, достроил. Хотя быстрее. Ребята. Я так в атаку не пойду. Он куда-то прыгнул, он куда-то прыгнул. Так вот. Ложненько. Все так радужно. Оказалось. В начале оказалось в начале. Так, тут надо максимализировать до максимума. Самое начало опереться по башням. Пофиг сколько башен, мне помощники сейчас вообще не надо справиться. Так, я ставлю. Давайте-ка мы нарушим немножко. Да, я уверен. Понятно. Не уверен. Я не уверен. Наверное, ветер надо воткнуть. Господа. Господа хорошие. Или не очень хорошие, господа. Вроде идет. Так-то посох элитный у меня сейчас на хиле есть. Дамажит меньше по мобам. По факту.
Самое интересное, я какого-то хрена догоняю. Такого непонятно. А, тут еще дот есть с удара. Блин, слушайте. Неплохо справляется. Неплохо, да. Что? Все, что ли? На первом этаже все сдохло? Ядри, твою налево. Это дела. Ну, вообще я вроде догоняю. Так, мне нужно. Тут он. Ну, как построилось. Куда собрался? А, ну, у нас соски. Это... Стан. Да, хорошие профы. Супер станы. Зря чуть-чуть под таргет разогнал. Стан башни не мешать, походу, будет. Я уже размял. Процентов, да, наверное, не так красиво. Ау, хорошо. Наверное, тебя бы надо бы. А, что это я назад отхожу? У перепуга. А, наверное, я убью. Дальше мало башен с уроном. Дальше мой урон будет решать. Но. Почему я не могу? А, мана кончилась. Плохо. Да. Стой. Стой. Нет, не пробил. Ладно, хрен с ним. Неприятненько, конечно. Хватил. Ну да. Таргет на ДПС фиговый этого класса. Это я уже понял. То самый лучший таргет на ДПС лучника. Так. Достаточно. Ну, что делать? Может быть, конечно, еще дагеры, но откаты. Тут, конечно, наверное, идеально ступает ДЕшный дагер. Ну, фейский не знаю, у него просто урон до хера. И, конечно, я всеми классами здесь на ОБТ не успел походить. Ходил только теми, за кого запланировали стартовать. Не очень я фанат играть в кучу окон, поэтому... Мой урон меня уже не очень устраивает. Ладно, хрюшка, наверное, сдохнет. Где вообще? Где урон с руки? Что, он аннигилировался? А куда это мы назад бежим? Вы можете мне сказать, сударь? Ушастый. Начинается. А вы не можете быть помедленнее? Не лагать. Что там? Осады вроде нет. Что так отбрасывает назад?
Блин, а вот. Конечно. Походу, я так понимаю, что ввиду такой короткой времени на подготовку, мана-то у меня-то и кончилась, да? Она не успевает от регениса, потому что я реген не качал. В общем-то, никогда не страдал отсутствием маны. Вот, здравствуйте. Вам не хватает маны. А мне-то надо на самом деле не это качать, мне надо больше. Где-то магия. По башне надо поставить две. Насчет этого. А, это же те, которых аж на земле, а мне нету, да, я потратил. Ладно, я прокастами все равно бью. Ну, стою в эфире, да? Хорошо. Очень главное, что уешные все удары надо прожиматься во время атаки. Оп. Оп. Прялся. На там внизу чего вообще? Да я к тебе только подошел. Что ж ты нафиряешь? Не, пришли нормально. Так, давайте тут воткнем. На самом деле надо вверху устроить. Ну, уже тут не выбираешь особо, что делать. Так. Я должен стоять. Наверное, не хватит, да, или хватит? Нет. Что такое? Бедем быстрее. И начинается парево. Медведи. Куда спешим? Мне кажется, они не там находятся, где их рисуют. Потому что меня очень он любит. Назад отбежать. Я не бью. Эти нам не пройдут. Но на всякий случай. Там. Ну, сколько? Отличненько. Вот такая стата боевая, кому интересно. Бежана физ атаку физ крит. Вторая волна.
Что такое? Ты ударить меня? Куда ты бежишь? Я же вперед, моба выделяю. У, миликом как противно из-за ресинхрона. Почему такие синие на сервере синхронно постоянно? Так. Кстати, да, вроде в игре это не так часто. Бывает, конечно, но вот в данже рассинхроне это просто жестко. Ой, много пройдет. Я чую. А почему? На вас что-то не работает? Я что за прикол такой? Что-то, блин, вам как-то эффективнее получается. Куда ты? А, потому что мне... Так. Странно. Из-за того, что бегал назад слишком часто. Еще есть? Это? Нет. Так, у нас нарушение концепции будет, но без этого уже никак. Ощущаю острую необходимость. Вот нельзя почему минут на 10 сделать. На час. Ставил, забыл. Почему 4 минуты? Зачем киберспорт такой? Данж классный, но слишком потный. Игра должна доставлять радость, удовольствие и отдых. А тут пот на поте. Я, конечно, такое люблю, но большинство людей любят под пивко такое делать. И тут под пивко никак не получится это проходить. Одни только нервы. Щит, как это дамаг хереет, я прям ощущаю это. А, ну, да. Дамаг не херил. Мне добавочку купить. Да, ты идешь. Нормально, ладно, так. Долго очень бахаться. Очень долго. Времени не хватает. Да. Так вот волна моя. Там уже идут. Е-мое. Ну, падает 10 минут, ага. Ой, лучники с фиром, да? А как ты сейчас совсем готов лучникам с фиром? Да, бомбанем. Банем и занкоримся. А, танкор. Ну, когда, конечно, девятка. Вообще изи все это можно себе. Ой, девятка, семерка. Себе все набахать все, конечно, нет. Ну, все бегают, конечно же, соло. А зря. Выгоднее пачкой. Причем полный. Кажется, сложнее на самом деле. Нет, но тут вся игра на этом построена, что тут все надо делать группой, хрен соберешь которую. К сожалению. Так. Эта волна была 15-я. Сколько осталось времени? 2 минуты осталось.
Нужно ж... Так, левое все построено. Не успеваю уже. Видите? Ага. Все. Крит. Крит. Его крит. А чё был крит? А куда это мы так бежим? А чё это мы так бежим? Сколько я попал? Знаете, как-то быстро отваливается. Куда это? Куда ты почесал? Куда это вы так торопитесь, господа? Где? Почему я их вообще догоняю? Ничего, медленно стану или что? Ух ты. Так, ладно, раз я здесь. Это волна была, мне очень нужно знать, какая это была волна. Потому что мне нужно понимать, когда копить на баф. 18 мне сейчас надо копить. Мне, наверное, уже не хватит. Маны нет. Блин. Надо ходить. Геморрой не, но банки жрать на восстановление ман не надо. Ну вообще да. Типа, я думаю, у него будет большой урон в итоге. Вначале слишком просто. А там к концу попроще. Посмотрим. Застанилось. Дама, торопимся, господин. Значит, тут мы должны пройти. Куда? О, как? Сколько у нас есть? 440. Ну, говнобаф только хватит. Я, кстати. Я помню, с ним очень большая проблема. Найти его в инвентаре. У себя. А, он вот так вот первым, да? Рано нажал, наверное. Вот тоже времени мало на баф. Очень мало времени. Баф. Больше времени давать. Угу. Пробиваем, смотрю. Группируется, конечно, будет не совсем сгруппируется, будет очень хорошо соска выдавать урон. И правда не давать самому первому моба ее. Ну, я справляюсь вроде. Но вот хотелось бы, чтобы на 19-ю на босса вот этот баф. Но слишком все как-то. Вот что мне не понравилось, когда я первый раз играл, это было в прошлом году, что все тут 3 секунды, 2 секунды, что это такое? И что, 8 лет что ли, чтобы за такими таймингами успевать? Так, хорошо.
сразу будем встречать господина, которого я не убью с вероятностью 99%. Что, у тебя спам не работает, что ли? Что за прикол? А что это тебя трясет такое? О, так это ж чувак из этого. Из башни Тули. И можно господин, остановиться? Я хочу вышку тебе дать. Попал хоть. Ой, зараза. Что такое быстрое? И почему я так далеко по нему бью? Это интереснит. Почему тебя откинуло? Я понимаю, что я тебя хилом откидывал назад, но я же не хилю. Почему тебя откидывает? Это за приколы. Ну, опять там чуть-чуть не хватит. Хотя первым знает, может хватит. А на него дебаф не проходит, да, понижающий? А почему снайперам дебаф проходит по этим мобам? На повышение урона. За несправедливость. Почему чампа проходит? Почему лучника не проходит? Как-то непонятно. Как-то мне это непонятно. Так, ну пол хп не пробью. Мосы у нас проходят. Ну да, это господин не таргетный деплейсер. Вообще ни разу ни на великах, ни на боссах, да может на говно. Людей в чем-то убивает, потому что он закрывашка с ним язвен. Потом вот это вот, потом вот это вот. А, может и убью. Не. Вообще да, досточенная пушка, наверное, бы заковырял. Так, спид-то тут прокачиваем. Да. Позлина. Начинается более геморройная. Секунд. Даже так. 17 секунд. Значит, тут обратно проблемы. А тут построим. Так, что там? Сейчас. Выгоняю. Баблосики идут. С 300к мои возвращать, да, идете? Не, ладно, не 300, 150 всего лишь. Три открытых портала перед носом исчезнувшие. Я вообще... Если был бы четвертый, был бы просто лол. Но сделаю все равно. Женя, я поудалял видосы, где у меня перед носом закрывается, но сегодняшний я оставил. Так что... Я, конечно, не мастер монтажа. Но подпоржать будет над чем. И без монтажика. Да? Чё-то вы такие быстрые. Жабы. Гоните бабки. Блин. Ну, в принципе, да, нормально. Надо бахнуть к себе. А тут все достроил уже. Уже роскошь, конечно, столько времени тратить. Да. Улучшать. Он надает. Или башню.
Блять. Вот нельзя кнопки сразу сделать, описание ниже. Время ж важно тут. Одно. Как бы это просто нужно сделать. Ну, в смысле? Так, 200 что? Это грейд тайм 100. Было бы удобнее. О, у нас вторая волна. Кажется, вы не очень дружелюбные паучары, да? Те, да. Наверное, кончается. Сколько я монет потратил? Да, ну вот на Хелемана не кончается. Это очень круто. А, у меня мана кончается, потому что у меня. А когда мне подберушку вызвать? Нет. Только на боссе можно сделать. У меня времени нет стоять ее кастовать. Там напоим эти штуки, все равно их ПВП не ем. Сдохнуть собираетесь вообще, господа жирные раконьяны. Раконьяны. Ой. Ой, суп сварю. Наверное, все-таки я тебя спастую. Время тут много, да, нормально. Так, это мне 1600 надо, поскольку дают. Где? Там, смотрим. А это волна 23, еще рано об этом думать. На, какие красавцы. Ну что такое? А, таких я видел где-то. Времейки. Времен нормальной линейки. А только сжимаетесь там потихоньку, да? Сжимаетесь. А это мой урон был, да? О, красиво. Как там насрать на мой урон? Понятно. Фалера башен. Да. Да, настала эра башен. Еще кто-то живой, что ли? Кто тебя разрешал быть живым? Так. Значит, там сбегаем. Ну. А 22 секунды есть, хорошо. 22. Так, ну суть по времени. Я успею только здесь башню подразить. Сейчас можно вообще, наверное, не поливать. Поэтому даже не делать. А здесь я не могу, да? Там давай я куда-нибудь. Вот тоже моментальный грейд должен быть. Моментальный. Это такое. Не умеете, да, конечно. 7000 урона. Что-то как-то, по-моему, им насрать еще не пришло, им-то дамажит. Да. Ладно, будем делать еще полезный. Вот, оп. А, ну, где-то на 10% ударил. Круто. Потому что обычно лицо отрывает даже людям. Ну, не все, конечно.
Забыл вентилятор выключить. Надеюсь, его не сильно слышно от ноутбука. Давай. Давай. Заградотряд работай. Заградотряд, наверное, кстати, запретить конструкцию заградотряда надо. А! Стой! Что? Что? Куда? Как? Что произошло? Куда? Куда? Похоже, я в портал телепортировался. Так. Ну ладно, пока. Оп. Там что надо? Там еще, конечно, надо ауе улучшать. Ауе. Что е? Ауе. 489. Надеюсь, я все башни построил. 136. И да. Это щелка. Нету. Хорошо. А, это привет из Darks the Dungeon, похоже, да? Что, палец болит. Болит, а онемел. Так. Ну, а, хотя бы медленнее. Хорошо. Сколько времени? 23 на 7. Я не думаю, что я еще тут час протусуюсь. Ну, час. Я тут точно не протусуюсь. Эй, господа, вы там рассыпаться собираетесь, не? Ну, как бы там не сильно грыженные башенки. 25-я, да? Сейчас посмотрим, сколько это будет. Ну, прекращайте. Прекращайте, тихо. Тихо, куда пошли? Сдихни. Сдихни, я сказал. Так, 400. Мне надо 1600. 800. 1200. Так, 4. 2, 2, 4. Какая волна. Так, не хватает. Там последний баф купим. Улучшить здесь задницу. Мне так не хватает. Ну, вроде не проходит. Попим пока на баф. Разверели? Охерели совсем, блять. Нахуя столько постов захватывали? Хотя это, наверное, объективно. Что-то остальные расы пиздавались. Какие красавцы. Так. 26. Так. Вот надо было на третье место встать и отдать город нормальный, с хорошими телепортами хоть куда-то. Что-то как-то туго идет, туго. Давайте, ребятки, откатывайтесь. Тихо. Воу. Ничего себе. Так, 500-900, наверное, да? Ну, да, где-то так и есть. Работает.
Знаешь, куда я добежал? Это кто такие? Покойные духи. Вот, конечно, я тут очень что-то быстро какие-то очень ребятки. Это не нравится. Застряли, да? СТП, а как мне помогать-то вообще? Побежим. Куда торопимся? Стой. Там ничего хорошего. Там ничего хорошего, куда бежим? Алло. Куда бежим? Бля. Это много. Бегуны. Принтер. Куда бежит? А, начинает пробегать. Сколько пробежит? Он до хера пробежит. Чик-чик, черик. Один из... Осталось. Что? Да, вот если эта волна меня не гухнет, то пройду далеко. По крайней мере, 29-ю, наверное, я сильно, я думаю. Посмотрим. Так, ну все. Эти медленные, это очень хорошо. О, здорово. Из-за лодов сбежали. Медленно, это хорошо. Правда, я смотрю, я прям дамажу, прям это нехорошо. Я там дамажу. Эй, чё? А, анкор. Эй, господа, с анкором. Блин. Набавщик, ну, не зря коплю. В принципе, ладно, там не сильно большая бы разница была бы. А, на них работает добав. Это просто я наводил на моба. Надо бы фокусить, наверное, что-то. Смотри, как это все сильно красиво происходит. Ай. Ай. Ай-яй-яй. Много нам не пройдет. Где? Вот этого ты добей. Добей. Сколько там? 10? 25. Да убейте вы его. Отлично. Если я убью с помощью супербафа, то я, возможно, даже бонусную волну смогу подформить. 31-ю. Так. Ушел. Сколько у меня по атаке стало, потом сам сравню. Ой, а что это ты? Ясно, не понял. Это не в моих силах. Это не в моих силах. А можно вот волны, которые самим надо бить, не делать такими бегучими? Ой, блин. Как мне их догнать? Одной урон. Просто жопа. Ну это да, это, наверное, по дамагир все-таки. Ну это вообще жесть, что-то. А можно медленнее бегать? А, на вас дебафы работают, да? Ну,
Не знал, что на вас работают дебафы. Значит, тут ветер нужен с огнем. Стакучая. Да, такое я просто не проходил. Оу. Гейм-овер. Ну ладно, все равно, по-моему. Неплохо. Тут концепцию надо менять. Если на... на мобов, которые, получается, 29-я волна работают дебафы, значит, столько земли не нужно. Земли против босса только работают, по факту. Ага. Ага. А я понять. Земли надо заменять на воздух и огонь. Так, а что у меня вообще есть, что я могу купить? 3000. Две. Ладно, я сюда, наверное, еще зайду. Уп. Нет. Ну ладно. Все. Good luck.